Так, там какая-то срубя, все за 1,15. О. Это, ребята, то есть не наша стиралка. Я с зрителем разговариваю просто. Просто я пришел в гости к Веронике. Привет. Я, короче, ну пришел, но я не знаю почему, но папа хотел что-то Олегу сказать. А я Веронике. И хочу посмотреть стиралку. Давно я уже забыл, а я уже вспомнил. Все, ребята, я посмотрел стиралку. Ребята, а вы знаете Веронику? Пишите в комментариях.